Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня мы строим две теплицы, капля, шириной 2, длиной 3 метра. На бетонном основании. Один фундамент, второй. Две капельки сейчас будем делать. Пока разложились, начинаем работать. У нас процесс идет. Каркасы поставили, закрепили, выровняли все. На одной теплице даже дверь успели зашить с форточкой. Все готово к тому, чтобы крыть теплицу поликом. Чем сейчас и займемся. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня две капли. Крепыш. Шириной 2, длиной 3 метра. Пойдем смотреть, что у нас получилось. Шикарно, тут, конечно, грязи нет. Все в бетоне. Сейчас быстренько так раз. Вообще все в бетоне. Чернозема минимум. Ну да ладно. О теплицах. Разрезная дверь. Все как положено. Крючки, ручки. Форточка в торце. Две теплицы абсолютно одинаковые. Расположение дверей зеркально. То есть у одной теплицы она правая, как здесь, у другой левая. Далее, каркас. Профильная труба 20/40. Покраска полимерно порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все, как вы уже догадались, на бетоне. Закреплена с помощью анкеров. Также есть диагональные усилители для большей жесткости конструкции. И имеется резиновый торцевой уплотнитель, чтобы было погерметичней. Все, прочитали. Едем дальше. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы спрятаны в торцевой профиль. Также по периметру теплицы установлен уголок 50/50. Тоже коричневый, выполняет роль отлива, да и смотрится классно. Вторая теплица, все то же самое, как я уже говорил, дверь только левая, форточка наоборот правая, каркас тот же, а вот система подвязки же есть, и в той теплице была, только я не сказал. Над каждой грядкой своя нитка, тоже все на бетоне. Тоже все в шоколаде. Я имею в виду покраску. Уплотнитель, реклама, все на месте. Вот такие две теплицы. Они компактные, но смотрятся на данной местности очень шикарно. Вот так поймали обе в кадр. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!